Вроде я Роксан Боекрещеный, да? Как там у крещеного? Ангел-хранитель. Мужик мужику помогает. Никогда у меня денег не было. Ну никогда. Железку прыгнул, с кругосветного путешествия на велосипеде, автобус менты украли. Стал биться с прокурорами за этот автобус, психушку сдали, пенсию сделали, 8 тысяч. Вся история. И как-то уж выхода нет. Как-то нет. Где ж ты, ангел-хранитель Санвоя, а? Мужик, с которым я договорился жить на земле. Когда крестят в храме, у тебя хранитель с того света. И он как будто мне сейчас не дает. Пожрать, пожалуйста. Пожрать я. Две сумки набрал, да? Ты видишь. Только пожрать. За коммунал и все. Одеться никак. Поехать никуда. Живи в Ярцеве. Никуда. Вот тебе и ангел-хранитель. Это серьезная тема, ангел-хранитель. Это есть. Это есть, Игорек. Это есть. Чего я смеюсь? Он там смеется сейчас, ангел-хранитель, с того света. Говорит, ну я ж тебя берегу. Тебе дают только пожрать. И поесть. Больше тебе дать нельзя. Почему мне давать дать? Больше нельзя. Даже очень странно, Игорь. Понимаешь, такая мысль. Это жуткая мысль. Христианская. Когда купили ребенка крестят, тут же покойник с того света становится ангел-хранителем. И он как бы бережет. Но так же, мне уже 52 года, никогда не было денег. Ужасно у Санвоя. У меня больших никогда не было. У тебя это были. Ты понимаешь мою мысль? У тебя были деньги, а у меня нет. Но это ужасно вообще-то. Такое испытание. Я уже этой Маринке сегодня, а говорит, как же ты так живешь на меня? Ты же рок-звезда, певец. Она колонку дала, ей надо отдать. Вот такой певец. Она говорит, ну вот. У нее были деньги и все. Но я говорю, ну у меня ничего никогда. 52 года как-то без денег живу. Стыдно. Орал за эту демократию, орал за не за Ельцина, за Горбачева я орал, чтобы перестройка была. И как-то уж денег не схватил я, никогда. И один остался. Как будто все мертвые говорят, ты нам не нужен. Ты глупый человек. Ты нам не нужен, Санбой. Песни тебе на уме. Ну, да, песни. Это мое призвание, песня. А, больновато за такие мысли. Несколько раз их продумываю. Размышляю об этом несколько раз. Кручу. Все в башке. Мать, отец. Дядьки хитрые, смешливые, смеялись, говорят, ну ты нам не подходишь. И ушли из жизни, не просто ушли, а так вот как-то вот им скучно было со мной. Ну не знаю, это моя мысль. Каждый из них по-разному ушел. Я не это виню, а просто вот я так думаю.
Может, они хотели, когда я был в Чехословакии, чтобы я их перевез туда, чтобы они ресторан открыли. Правильно они хотели, да? Богатыми стать. А я в Россию вернулся, дурачок. Выжить к матери, к бабушке. Они хотели туда, мои дядьки. Стать богатыми. Вот такая судьба. Ну, теперь же остается одно, только для песен жить. Я говорю, для песен. Все. В моей жизни только для песен жить. Генка сегодня позвонил. Мой друг.